травневі свята помали знову. Треба щось робити, як би проявити свою громадську позицію. Вирішили віддати шану тим, хто воював в Другій світовій війні. Ніхто нічого не знав, тобто, ніхто не очікував навіть взагалі. На питання, чи колись влада до вас приходить і щось робить, навіть на рівні сільської ради, ніхто нічого не робив. По сусідам можемо нажимати. О, що ти просінцева? Прийди, будь ласка. Добрий день, я чесно кажу, дуже добрий день. Заходьте, заходьте до хати. Як діда свого родного. Вітаю. Капець. Папараці вам нагнали. Спасибо, спасибо. А я ж вас угостить. Не надо. То ви хоч щось розкажіть, де воював, що робив? Он дитя войны раз и участник войны два. Ну, работал. 15 лет ему воевал, да. Работал. В войну работал. Угу. Признан участником войны. Я думаю. А в детстве... Ну, я служил 30 лет. На Кубе он был. В 62-м году. Я служил 30 лет. Отпахал там сколько положено. Его отец воевал, мой отец воевал. Семь дичьё воевало моих. По отцом косой линии, по четверо из них погибли. Да, я в Львове училась, когда закончила. А они за нами ездили, естественно. Чертком направлена была, и там с ним встретилась, он служил там Чертком. А потом его перевели в Луцк. И так уже с 60-го года мы в Луцке. У меня Павлик, уже 48 лет, а он все. Я еще во сне летаю. Рендрёчек, да, сам? О, кстати, я сейчас у Белова был. У Белова был я. Был? Был. Тебе привет передавал. Хорошо, спасибо, Жора. Его командир, начальник его. Спасибо, тоже мы. Ой, были еще что-то нужно. Когда приехали, поздравить, формировали полк, он в этом полку с 42-го года. И 70 лет полку было, и приходил его, молодой человек поздравлял, у нас даже значок есть, да. Ну, когда-то полк же праздновал все юбилеи, они все приглашались. Дуже вам дякую, дуже дякую. Дякую вам. Бережіться. Стараємося, я вже як можу стараюся. Вам дякую. Спасибо. Сидіть.